смотри, у нас есть... У нас не все в натуральном, да. Да, поэтому надо перевести его в этот формат числовой. Эти ребята стали победителями онлайн-хакатона Digital Superhero. Это творческая площадка, где рождаются новые идеи по программированию. Перед ребятами стояла задача сформировать оптимальные маршруты движения школьного транспорта для Казани. 21 автобус выходит из двух автобусных парков. Затем машины должны были забрать пассажиров в разных уголках города и привезти их в школу без опоздания. Справились с задачей разработчики менее чем за неделю. В основном подготовка к проекту проходила удаленно. Нужно было учесть множество характеристик, таких как количество школьников, количество остановок, расположение их, марку автомобилей, вместимость данных транспортных средств и затраты на передвижение. Вот. И уже в процессе мы увидели, что оптимизация данного процесса, ну, оптимизация маршрутов, может сократить расходы на 15-20%. Программирование – это хобби, которым разработчики увлекаются около года. В основном работают инженерами в нефтяной отрасли. Останавливаться на достигнутом они не собираются. Впереди много идей и планов. Тот проект, который у нас был реализован в рамках хакатона, мы хотели бы его масштабировать и попробовать его собрать в какой-то уже цельный продукт, который непосредственно мог бы приносить какую-то пользу. То есть, если... Мы находили в рамках этого хакатона оптимальный дорожный путь для автобусов школьников, которые развозят. Мы предполагаем, что данный код, данная программа, в принципе, позволит еще и находить какие-то оптимальные решения для доставки или каких-либо других решений. Призовой фонд в 100 тысяч рублей разработчики планируют потратить на собственное развитие в сфере программирования и реализацию дальнейших проектов. Ангелина Хабибуллина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.